Всем привет, друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем серию роликов по созданию электронной барабанной установки на Arduino Mega. Это видео подойдет для тех, кто делает свои барабаны на сетках. Итак, сегодняшней темой дня будет триггерный конус. Как его сделать, я сейчас вам продемонстрирую. Поехали! Для сборки конуса нам понадобится туристический коврик, канцелярский нож и суперклей. Вот мы видим часть туристического коврика. Она у меня уже разлинована 3 на 3 сантиметра. Сейчас мы ее порежем. Берем лезвие канцелярского ножа или канцелярский нож и по нашим отметкам разрезаем. Я делаю конуса в основном из 5 отрезков. Их вполне достаточно. В ширине он получается где-то, в высоту точнее, получается около 4 сантиметров. Этого вполне достаточно. Итак, что же надо сделать дальше? Берем один из кубиков, отмечаем центр, глазок, рисуем на нем такой круг, примерно миллиметров 5 центр. Дальше вы поймете, зачем это нужно, и склеиваем это все. Берем суперклей, самый наидешевейший, и склеиваем. На верхний слой можно много не тратить. Вот здесь в центре немножечко по всем. Стеклее. И все. Вот получается у нас такой торт из коврика. Сейчас мы будем делать из него пирамиду. Обязательно смотрите, чтобы у вас в нижнем слое не было вот таких дыр. Если что, где-то надо, обязательно подклеить. We'll be right back.
берем лезвие или канцелярский нож, вот здесь у нас центр. И, соответственно, от центра примерно сгоняем наш конус. Съедаем это все лишнее. Не торопимся. Одну часть срезали. В конце можно просто подкруглить слегка края. И вот такой, друзья, у нас конус получился. То, что нужно, он в пору жесткий и в пору мягкий. Также вы можете экспериментировать с этим конусом, сделать его немножко шире, поменьше, повыше. Соответственно, все в ваших руках. Я просто дал вам рекомендации, из чего можно сделать вполне играбельный конус. Вот, пожалуйста. Если вы хотите поддержать канал, самой лучшей поддержкой от вас будет подписка. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Если оно вам не понравилось, ставьте палец вниз. Если у вас какие-то вопросы остались, добро пожаловать в комментарии. А так, увидимся в следующих роликах. Пока!